Друзья, хочу представить вам канал Zvezet Videos. Съемочная группа из Санкт-Петербурга занимается нестандартными, порой экстремальными путешествиями на необычные уголки нашей планеты и рассказывает о них всем желающим. Заходите, подписывайтесь, и вы узнаете много нового и интересного. Обычный московский день. Вокруг царит привычная городская суета. Люди спешат по своим делам. И почти никто из них не задумывается, что центр Москвы скрывает множество тайн. И большинство из них похоронены под асфальтовыми мостовыми и тротуарами. Но возможность прикоснуться к истории в буквальном смысле не отреставрированной и многократно перестроенной есть, спустившись в московские подземелья, где практически каждый кирпич хранит отголоски прежней жизни столицы, судьбы людей, живших здесь десятки, а то и сотни лет назад. Однако зачастую такие путешествия в прошлое связаны со множеством трудностей. И до последнего момента не знаешь, что ждет тебя внизу, какие преграды подготовило для тебя время, изношенные коммуникации, современные строители, да мало ли что еще. В центре Москвы, как, впрочем, у любого мегаполиса, старинные здания перестраивают, сносят и на их месте возводят новые. Но очень часто подвал и система коммуникаций при этом остаются почти нетронутыми. И так происходит из века в век, увеличивая культурный слой столицы, уходящий под землю на десятки метров. И несмотря на трудности, которые ждут нас под землей, мы спускаемся в прохладу московских подземелий или духоту теплотрасс, проходящих по коммуникационным тоннелям, чтобы перевернуть еще одну страничку истории. Вот и еще одна интересная находка. Под зданиями 1905 и 1910 годов постройки нам посчастливилось обнаружить систему подвалов, которая значительно старше этих домов. Кроме того, один из подвалов системы расположен под территорией двора, и судя по старым картам, над ним не было никаких построек в 19 веке, что не совсем типично для московской архитектуры. Возможно, это сохранившийся фрагмент какого-то здания еще более раннего периода. Эта живая история Москвы, застывшая в кирпичных сводах, завораживает. Подобные места обладают своей неповторимой аурой и эстетикой. Поэтому хочется сохранить увиденное не только в своей памяти, но и запечатлеть на фотографии. При современных темпах реконструкции и строительства в дорогостоящем центре, такие места порой безвозвратно утрачивают свой первозданный внешний вид, свой исторический облик. Зато в этот раз мне не повезло со снаряжением. Комбинезон химзащиты прохудился, и я, преодолевая затопленный участок подвальной системы, вымок почти по колено. Когда-то на этом месте находился небольшой и уютный старый домик. Но пришло время, и он был снесен. Теперь тяжело сказать, было ли это здание аварийным или решение о его сносе приняли в угоду наживы московских чиновников. Но факт остается фактом. И сейчас о его существовании напоминает только этот проем, ведущий в один из подвалов системы подземелий старой Москвы. Москвы, исчезающей с каждым годом. А жизнь на московских улицах продолжает идти своим чередом.
А я на этом с вами прощаюсь. Огромной вам удачи и до новых встреч на канале Unroll. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставайтесь с нами. Будет много интересного.